Сейчас очень актуально носить в несколько слоев. Классная варка, классная краска. Куртка рабочего очень модная. Аромат свежей обуви. Фантастическая капсула верхней одежды. Леопард. Вы никогда не угадаете, из чего он сделан. Подойдет любой абсолютно фигуре. Они реально безупречны. Посмотрите. Просто роскошь. Напоминают очень дорогой бренд Kate. Всем большой привет, девочки. Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube. Добро пожаловать! Сегодня, как вы знаете из названия, нас с вами ждет огромная распаковка. Мне кажется, больше, чем в этот раз, я еще не заказывала вещей. Не знаю, что произошло. Начало нового сезона, наверное, на меня так повлияло. И просто как-то что-то хочется новых образов, нового гардероба. В общем, мне пришел мой заказ из Лайма, который, кстати, довольно небольшой относительно моего заказа из All We Need. Вот тут Остапа понесло. Я вам, наверное, мы поставим вам рядом со мной картинку, я сделаю фотографию, как это выглядит сейчас, до того, как я начала распаковывать. И, собственно говоря, в этот раз я решила снять ролик в новом формате. Так мы... О, вы заметили, что у меня 2 часов? Прошу понять и простить, я решила подготовиться к фэшн-ролику и надеть мои более элегантные часы, но забыла снять мой фитнес-браслет. Я о нем рассказывала во влоге, который перед этим видео есть на канале, можете посмотреть и узнать, собственно, что за браслет и для чего он мне нужен. Короче говоря, в этот раз видео будет в формате, в котором я его ни разу не снимала, а именно живая распаковка. У меня реально все сейчас рядом со мной, вот так вот в мешках, в пакетах, в коробках, и здесь просто, ну, вы видели, их очень много. У меня 5 пакетов. 5 от All We Need. И один скромненький пакетик от Lime, но там тоже как бы немало вещей. Почему я так решила сделать? Потому что вы обычно смотрите видео мои, когда вещи у меня уже отпарены, все красиво, я вам про них уже могу, вот прям, ну, зная эту вещь, что-то рассказать. И это прекрасно. Такие видео, естественно, я продолжу снимать. Но в этот раз мне захотелось вместе с вами распаковать свои заказы, потому что это совсем другие эмоции. Это первое впечатление. Это как, вот знаете, ожидание реальности иногда. Что я помню, как это выглядело, допустим, на сайте или в приложении бренда, как это выглядит в реальности. И потом, то есть мы будем с вами распаковывать. Допустим, я постараюсь распаковывать по образам, как я это планировала стилизовать. И, соответственно, после этого сразу, после того, как мы распаковали вещи одного лука, будет, конечно, примерка, где вы увидите, как вещи на мне сидят. И я вам дам уже комментарий, как они такие мне вот в носке, в посадке и тому подобное. Вот. Захотелось мне такой формат попробовать. Обязательно напишите в комментариях, как вам. Будем ли мы так еще делать, или вернемся к старому формату, где я вам уже говорю все как есть сразу. Давайте начнем. Давайте начнем с вами с Лайма, потому что здесь довольно небольшой, как я уже сказала, пакет. Я сейчас схожу за ножницами. Немножечко техническая заминка у нас будет, и мы приступим. И, девочки, еще один момент. Может быть, кто из вас внимательный, увидит, что я без украшений сейчас перед вами. Я так практически никогда не делаю. Мне важно, чтобы у меня был образ завершенный. Но в комнате, где лежат сережки, которые бы сюда подошли, спит Алиса. А мама знает, ты никогда не рискуешь детским сном и не будешь ребенком. Мы с вами вскрываем первый пакет от Lime. Этот влог можно будет назвать шуршанием. Так. Что у нас здесь? Это я помню. Это у нас с вами такая вот рубашка. Она такая тонкая и такая легкая. Как я уже сказала, о, Алиса просыпается замечательно. Как раз сережки надела. Первое мое впечатление сейчас, знаете, на сайте она казалась более белой и, наверное, не такой прозрачной на модели. Обязательно, конечно, все отпарю перед примеркой, когда будем с вами смотреть. Но тактильно она мне очень нравится. Вопрос, я просто ждала чуть-чуть другую плотность. Смогу ли я ее носить в своем образе жизни, не знаю. Но если вы в поисках блузки рубашечного кроя, это очень красиво. Это очень элегантно. Под жакеты, под кардиганы. Просто самостоятельно. Очень красиво. Так. Я пойду проведу свою подругу и вернусь к вам, девочки. Сережки не надела, но я снова с вами, поэтому мы продолжаем. Фактически начинаем. Так, я записала, девочки, костюм. Это у меня пиджак. Костюм лично для меня необычен тем, что он в принт. Не знаю, видно сейчас или нет, чуть ближе покажу. Во-первых, он темный, не черный, темно-синий. А во-вторых, здесь у нас вот такая вот достаточно тонкая
не очень контрастная, то есть она не белая, хоть и светлая полоска. Захотелось. Посмотрим, подумаю, померяю в конце концов. И решу, оставлю ли я его, но очень захотелось примерить, создать с ним лук, а может быть и не один. Вот, и к нему есть брюки. Вот такие вот брючки достаточно. Так, подождите, а вот спина. Вот так вот. Довольно-таки, ну, классические я бы их назвала. Не супер широкие. Сейчас увидим, в общем, с вами, как это сидит. Симпатичный очень материал, приятный тактильно. Честно говоря, не помню, что здесь в составе, но он или полностью, или почти полностью натуральный. Я вам сейчас скажу одну секундочку. А, нет. 69% полиэстер и только 29% вискозы, еще 2% эластана. Люблю я немножко другие пропорции, но давайте хотя бы примерим. Посмотрим, просто этот пиджак по своему вайбу, как сейчас принято выражаться, это прям то, что я хочу. Не пиджак, а этот костюм. И еще у меня здесь, я, наверное, покажу вам этот пиджак с тремя вариантами стилизации. То есть рубашку мы видели, вот эту вот блузку рубашечного кроя. Также я заказала в Лайм несколько лонгсливов. Интересно, из-за того, что я шуршу, вы вообще слышите, что я говорю? Я заказала несколько лонгсливов, девочки. Первый идет, ну это не лонгслив, это водолазка, видите, воротник стойка. И здесь уже 100% шерсть, и он тоненький. И вот этим я довольна. У меня размер, если что, М, но он вообще не выглядит на М. Он выглядит на S. Посмотрим, как сядет. Классная вещь. Берите на заметку. Ссылку оставлю. А на холодный сезон, как первый слой под жакеты, под, опять же, кардиганы, под рубашки какие-то для многослойности. Вообще, подо все и ко всему. Я взяла вот такой вот темно-серый цвет мокрого асфальта, но он есть еще, она водолазка в светло-сером и, по-моему, в черном. И второе, это именно уже лонгслив в молочном цвете. По-моему, тоже, к слову. А нет, это не стопроцентное, но это с содержанием шерсти. Но здесь должен быть натуральный состав. Сейчас я вам, опять же, точно быстренько скажу. Если быстренько найду. А, здесь 83 лиоцел и 17 шерсть. Насколько я помню, лиоцел — это материал натурального происхождения. Там что-то смешали, как вот вискозу делают. Очень приятный, тактильный. Я думаю, что я его оставлю. Тоже размерчик у меня здесь. Здесь М, да, очень красивый, идеальный молочный цвет, тонкий, полупрозрачный, да, но такие вещи, я вам еще сегодня покажу такие образы, потому что я знаю, что у меня в Лувениде есть такая история. А сейчас очень актуально носить в несколько слоев. У меня здесь, конечно, одна вещь идет с горлом. Не знаю, получится ли их стилизовать, мы с вами это сейчас увидим одну на другую, но именно такую задумку я хочу воплотить. И еще последнее, что я заказала в Лайм. Вау! Только сыпется из этой блузки. Это вот такая вот блузка в темно-синюю, не черную полоску. И цвет здесь, ну, все-таки не белоснежно-белый, а немножко такой молочный. И мне захотелось, естественно, стилизовать ее с костюмом, поиграть на вот этом вот сочетании. Здесь темно-синий с очень светлой, ну, не очень светлой, со светлой полоской, а здесь, наоборот, светлый фон с темно-синей полоской. Сочетание принтов обожаю. Интересные манжеты, посмотрите, как они сделаны, как на мужских рубашках. То есть вот пуговка, да, понимаем? Вот, вот так вот видно должно быть идет. Классно смотрится. И тоже, знаете, честно скажу, на ощупь кажется, что это 100% полиэстер. Но это не так, иначе я бы ее не заказала. Я специально посмотрела состав. На сайте в приложении был натуральный какой-то материал. Смотрим. Да, это 100% вискоза. Но честно, по ощущениям, она такая прям скользкая. Сейчас, собственно, посмотрим это все в примерке на мне. Костюм и несколько вариантов низов. Так. Начинаем с примерки брюк с рубашкой, блузкой. Значит, смотрите, рубашка на мне в размере S, и она, вам все должно быть видно. Во-первых, вот такая свободная, посмотрите, какие у нее длинные рукава, они прям очень длинные. И в целом она большая. Я не уверена, было ли здесь задумано спущенное плечо, но в моем случае оно ощутимо спустилось. Плюс она, как ни крути, прозрачная. Да, у меня сейчас телесное белье, но мне кажется, вы и то его видите. А такое, если честно, бывает очень редко, потому что под полупрозрачными вещами обычно вот это телесное белье не видно. Может быть, издалека, ну вот с такого расстояния его и не видно. Но, в общем, я подумаю, мне с одной стороны она нравится, и даже ее вот эта оверсайзность мне нравится. Я такое люблю. Я бы вот так вот, наверное, поднимала рукава, так сразу смотрится как-то чуть более изящно образ. Но вот эта прозрачность
То есть она не пошлая, просто я рассчитывала немножко на другую плотность материала. Вот. Что касается брюк, на мне размер S. Честно говоря, я уже не помню, сказала я или нет, когда мы с вами разговаривали, сидя. Потому что я столько вещей вам покажу дальше сейчас в этом видео. В общем, брюки сели классно, они приятные на ощупь. Ну, правда, как бы полиэстер мы помним, да? И к ним, конечно, прилипают всякие светлые пушинки. Я сейчас на высоченной шпильке, девочки. И в таком случае они идеальной длины для меня. Не знаю, подумаю, оставлю или нет. Сейчас давайте посмотрим вместе с пиджаком. Вот наш пиджак. Смотрюсь тут на себя в зеркало еще одно. Пиджак сел просто идеально. Мне очень нравится. Длина рукава прям в миллиметр моей длины. Смотрите, видите, вот она доходит до вот этой костяшки пальца. И это так и должно быть у жакета. В общем, чуть-чуть сейчас камера, как всегда, высветляет. Он глубокого темно-синего, черно-синего вот такого цвета, этот пиджак. Вы в целом видели. Ну и посадку вы тоже видите. Сидит он, конечно, изумительно. С брюками смотрится красиво. Брюки как будто чуть шире, чем я бы хотела, что ли. Я там не ухожу из кадра, я надеюсь. Я хотела, чтобы они были немножко поуже, немножечко. Мне кажется, что в этом случае они бы меня больше стройнили. Но пиджак сидит на роскошном. Да ведь? Теперь смотрим вот эту блузку, которая у нас в полосочку была. Решила показать ее одну после другой. Ну что я могу сказать? Слушайте, она приятная к телу в целом. Такая, знаете, прям холодненькая, приятненькая. Но меня не покидает ощущение, что это полиэстер. Хотя написано, что это 100% вискоза. Не знаю почему. И тоже обратите внимание, девочки, какие у нее длинные рукава. Очень длинные, на мой взгляд. Прям очень длинные. Ну, то есть, обычно же манжета у нас условно как-то вот так делается. А тут прям вот так. Это что, какой-то тренд, который я пропустила внезапно? Но смотрится неплохо. И вот так вот эта картина выглядит с жакетом, с пиджаком, но тоже в целом окей. Мне нравится игра полосок. Дальше, девочки. Серая водолазка. Не уверена, насколько вот именно в таком сочетании с темно-серого, с темно-синим мне нравится. Может быть, нет, но сейчас я покажу ее еще с белым лонгсливом. Я специально решила сначала показать вам ее отдельно, чтобы вы имели представление о посадке. Напомню, что это размер M на мне. Она вообще не свободно сидит, как вы видите. То есть нет такого, что стало какое-то полуприлегание. Она прям в обтяжку. Чувствуется, что это шерсть. Она колется немножко, имейте в виду, у кого аллергия на шерсть. Ну и в целом она вот такая вот очень-очень вся в обтяжечку. И вот такая вот история получается, если мы поиграем в тренд на лонгслив, в данном случае лонгслив на вот эту вот тонкую, тонюсенькую водолазку, ну тоже интересно выглядит. Давайте попробуем добавить сюда пиджак. Примерно вот так вот получается. Мне знаете, что нравится? Что если не знать, не совсем, не сразу, в общем, понимаешь, как так получается, что здесь молочный цвет, а тут внезапно серый. Как будто это какой-то или шарфик, или чокер, или что-то еще. В этом духе я уже сняла туфли, потому что без них мне удобнее перемещаться сейчас по квартире. Но смотрится такая многослойность интересненько. А теперь, мои дорогие, мы будем разбирать мои бесконечно огромные, ну я даже не вытяну сейчас второй пакет сюда в кадр, пакеты из All We Need. Кое-что я достала уже, чтобы здесь хотя бы немножко минимизировать шуршание, а именно обувь. Но я ее специально не доставала из коробок, я только заглянула, где что, потому что обуви я заказала 4 пары в All We Need. Просто потрясающего качества обувь, качества, визуала, стиля. Просто, господи, боже мой. В общем, я, по-моему, собрала 3 или 4 лука. Это очень много вещей, поэтому давайте начинать. И, девочки, пока я помню, а я могу забыть, поверьте, у меня, конечно же, есть для нас с вами промокод в бренд All We Need. Меня зовет дочь, которая действует на новую коллекцию, а все, что я вам показываю, это новая коллекция, поэтому пользуйтесь, ссылки на все будут ждать вас в инфобоксе. Первое, с чего мы начнем, у меня лежит вот здесь. Давайте я буду показывать вещи в том порядке, в котором я их собирала, создавала образ в своей голове и воплощала его, собственно, в вещах. И первое, что я вижу, это в пленочке, сейчас я сниму, платье из тончайшего, нежнейшего шифона. Нетипичная для меня вещь, потому что я практически не ношу принт, в том числе и цветочный, даже летом. Но я не устояла. Посмотрите, как роскошно выглядит этот принт. Он очень красивый, и ткань
Просто изумительно, причем в комплекте к этому платью, куда ты от меня убегаешь, идет еще и вот такое платье-комбинация, такого условно-телесного цвета, хотя у всех телесный цвет будет разный, но вы меня поняли. Также здесь в комплекте идет шнурочек, чтобы подчеркнуть талию, тесемочка такая, и длина у него миди. Но я планирую это платье сейчас вам показать не с нижней комбинацией, а где-то тут у меня... С джинсами. У All We Need потрясающая джинса. Я уже заказывала не один раз. И с вами тоже примеряла. Один раз я люто промахнулась с размером. Интересно, что будет в этот раз. Я заказала M. Ну вот, талия подсказывает мне, что в этот раз они должны сесть. Крутые джинсы. Посмотрите, какой край. Такой вот необработанный, как будто бы он распоротый. Классная варка, классная краска. И они очень... Классно, господи, я просто других слов, видимо, не знаю, будут сочетаться с этим платьем. Да, нестандартно, да, необычно, но мне захотелось такой, знаете, немножко кантри образ собрать, представляете, мне. Ну вот хотелось фэшн-экспериментов. И как нижний слой, потому что сверху платье будет прозрачное, сейчас я ее найду. Вот она. Я заказала вот такую вот. Потрясающего качества, воздушную, молочную водолазку. В этот раз молочную, но водолазку. Очень приятная вязка. Она прям такая пухленькая и воздушная. Если лайм, они прям гладкие, очень гладкие. Несмотря на то, что в составе есть шерсть, либо там у водолазки 100% шерсть, то здесь она такая, как просто облачко мягкое, воротник стойка. Вы сейчас увидите все это на мне, но я уже представляю, как это будет смотреться. Это очень круто. Я удивлена себе, что мне такой образ вообще захотелось собрать, и что мне он очень нравится. И в качестве верхней одежды я заказала вот такую куртку. Вообще, All We Need — это для многих, и для меня в том числе, бренд, который ассоциируется с верхней одеждой. Сейчас я уберу бирку, чтобы она не сбивала нас с толку. Конечно, качество у ребят растет просто от сезона к сезону. Это просто люксовая детализация, упаковка и так далее. И здесь у нас такая куртка, которая сейчас в целом, вот эта вся история, куртка рабочего очень модная. Это одна из ее версий. Здесь идет воротничок с такой имитацией овчинки. Очень деликатно смотрится. И выполнена она из микровельвета. Очень-очень мелкого вельвета. Мне так нравится эта куртка. Она вживую превзошла даже мои ожидания. Очень стильно смотрится, очень бьется с трендом, который сейчас актуален, но при этом не заезжен за счет вот этого воротничка. Он, кстати, не съемный, если что. Имейте в виду, вот сама эта овчинка съемная. Классно, ребята, придумали. Здесь есть пуговка, и при желании вы можете ее убрать. Очень-очень здорово. Опять же, например, на раннюю осень как-то мех, пускай и искусственный, наверное, многим может казаться... рановато, куда спешить, и уже потом, когда совсем похолодает, можно добавлять мех, а вначале носить без мехового воротничка. Вы уже рисуете, как этот образ будет смотреться на мне? А теперь, девочки, обувь. Я заказала к этому луку сразу две пары, я не удержалась, потому что я вам говорю, в All We Need просто фантастическая обувная коллекция. Посмотрите, как запаковано все, во-первых. Вот такая коробка. Вот, крышечку я уже сняла. Здесь, может быть, не видно. Сейчас, наверное, должно быть видно. All We Need написано. Просто белое на светлом, поэтому камера может не передать. И, соответственно, все в пыльниках. Все проложено. Боже мой, чтобы не выпало, я достану вот так. Здесь у меня первый вариант. На то время, когда вы еще курточку можете не надевать. Вот такие, покажу на одной, лодочки. В красивейшем цвете корицы, наверное. Или молочного шоколада. Посмотрите, какая крутая форма. Мыс вот этот слегка квадратный и вытянутый, и квадратный. Небольшой каблучок. Здесь, наверное, 4 сантиметра, может быть, 5. Великолепные. Это натуральная кожа, конечно же. И второй вариант. Ну, собственно, есть вторая коробка, она уже побольше. Для более холодной погоды или прохладной, просто если вам хочется попробовать что-то другое. Это... Вот такие вот ботильоны Челси в уже другом оттенке коричневого. Здесь у нас ближе к темному шоколаду. Вот сейчас, видите, я убрала от камеры, и вы видите достоверно цвет, оттенок. Потому что вот так высветляется, конечно. Вот такие вот они темненькие. Здесь у нас, наоборот, овальный, такой миндалевидный мыс. И посмотрите, как интересно. Вот эта часть, здесь есть такая микро-платформочка, буквально 1 сантиметр, и она тоже в замше. И аккуратный каблучок. Очень классно. Аромат свежей обуви, не поймите меня неправильно, но он прекрасен. Великолепное качество,
Ребята огромные молодцы. Я заказала всю обувь, если что, в 39 размере. Я ношу в основном 39, иногда 38. А длина стопы у меня, по-моему, 25,5. Кажется. Вот проверим, как на меня будет садиться обувь. Я вам обязательно сейчас мы будем примерять весь этот лук, и я вам скажу. Так, девочки, начнем смотреть этот образ сначала без верхней одежды. Слушайте, платье просто волшебное. Оно просто невесомое. Это нежнейший шифон, просто, ну правда, невесомый абсолютно. Я не знаю, интересно будет еще примерить его потом самостоятельно, без сейчас нижнего слоя, который я придумала, потому что, мне кажется, его не ощущаешь на теле. Да, там есть платье-комбинация, но в остальном, наверное, кажется, что на тебе вообще ничего нет. Но, тем не менее, смотрим лук, который я собрала сейчас. Как вам? Мне очень нравится. Это, как я уже сказала, нетипичный для меня образ, но мне так нравится. А водолазка вот эта вот, нежнейшая, мягчайшая. Берем, рекомендую на 100%. Здесь дальше, давайте я как-то вот так вот, наверное, вам покажу, как сели на меня джинсы. В общем-то, классно. Мне очень нравится цвет. Единственное, я, наверное, все-таки поеду в магазин и попробую, примерю размер S, потому что у M-ки есть запас, особенно по талии, и как-то вот здесь вот в паховой зоне немножко тоже он есть, вот этот объем. Посмотрю, я бы попробовала примерить S, может быть, я не пройду по бедрам, но если пройду, то они сядут, скорее всего, как влитые и скорее чуть подтянутся в процессе носки от там приседания и так далее. Отдельно замечу, что они супер длинные, и если брать, то надо будет их подрезать, и, к сожалению, здесь уйдет вот этот классный эффект, который я вам показывала близко. Поэтому не знаю, сейчас они на мне, но вам видно, с лодочками я их показываю. Решила показать сейчас с ними. Очень удобная обувь у All We Need. Ну, лично для меня мы все разные, все индивидуальные, и колодка кому-то одна подходит, кому-то другая. А еще хочу заметить, подол платья, он асимметричный, он неровный. Спереди вот так вот к центру он поднимается покороче, видите? А сзади подлиннее. Так красиво платье, просто любовь. И водолазка любовь. С джинсами просто они на меня сели не идеально в моем личном представлении, но сами по себе они нереально крутые, и цвет, и варка, и все. Девочки, я тут собиралась примерить куртку, и знаете, что я обнаружила, честное слово, только сейчас? У нее еще есть жилетка внизу. Это получается куртка 2 в одном. Во-первых, у вас действительно есть отдельная жилетка, она съемная. А во-вторых, вы можете регулировать степень теплоты. Ну, в общем, я думаю, понятна моя мысль. На более теплую погоду, сейчас главное попасть, надевать ее просто без жилетки или носить жилетку отдельно с теми же джинсами, а на более холодную уже с жилетом. В общем, лучок вот такой полностью. Я уверена, что он понравится не всем. Мне нравится, мне так нравится, как обувь у нас объединяется с курткой по цвету просто идеально. Напишите, кто понял мою задумку. Мне нравится, я смотрю на себя и прям кайфую. Мне нравится, что водолазка с воротником куртки просто великолепно подружились по, опять же, оттенку, как вообще палитра платья сочетается с оттенком джинсов. В общем, для меня, как для человека, который обращает внимание на вот эти все микродетали, это услада для глаз. Но многослойности здесь немало, я знаю. Двигаемся дальше. У нас с вами еще 3 лука, на секундочку, девочки, я вам говорю. Я разошлась, но мне было крайне сложно себя сдержать, потому что All We Need просто, во-первых, потрясающая коллекция в целом, а во-вторых, какая-то фантастическая капсула верхней одежды. И то, что я не смогла себе не заказать и вам не показать, соответственно, именно, наверное, даже мысль показать вам, вдохновить вас на этот образ, мною двигала. И это то, с чего я начала составлять следующий лук. Сейчас я вытащу из пакета. Это вот такое пальто. Леопард. Боже, какой у него красивый оттенок. Я такое еще не видела. Надеюсь, что камера передаст его вам достоверно. Он не серый. Здесь есть серый, конечно же, цвет, но в нем больше как будто бежево-кофейного в основе. То есть это не холодный леопард. Часто леопард бывает прям холодный. А здесь, несмотря на то, что есть серый, как будто больше читается бежевое. Очень красивое пальто. Это пальто-жакет у нас с вами. Это премиум просто качество, премиум. Премиум все, девочки.
Оно просто роскошное. Конечно, я взяла размер M, чтобы сидело свободно. И такое пальто вы можете стилизовать на самом деле с чем угодно. Вы можете абсолютно спокойно носить его просто с джинсами. Вот с теми, которые у нас были в предыдущем луке. Вы можете дополнять им платье трикотажное. У нас будет одно чуть дальше. Вот вы его увидите, и с этим пальто его тоже можно носить. Конечно, с брюками. Собственно, у нас будут брюки. Но сначала покажу верха. Я заказала 2 лонгслива. Вот тут как раз я решила воплотить идею надеть один лонг на другой. И взяла вот такой вот красивый серый оттенок. Он отлично попадает у нас по палитре нашего пальто, жакета. Имейте в виду, эти лонги у All We Need прям полупрозрачные. Сейчас вам должно быть это видно. Но это еще одна причина, почему я решила взять 2. В моем представлении, сейчас мы увидим, как это будет на самом деле, в этом случае полупрозрачность будет не такая сильная. Я, если честно, пока что не решила. Я пытаюсь сложить их правильными сторонами. Какой на какой я надену? Возможно, я надену на бежевый серый. В общем, надо поиграть, посмотреть, как будет читаться, например, бежевый цвет через серый и наоборот, если под бежевым будет серый цвет. И таким образом станет у нас красивая вот эта вот палитра еще многообразнее. Многообразнее. Очень нежные лонги. Они уже давно есть у All We Need, по-моему. По крайней мере, я тактильно их узнаю. И они замечательно служат как фон, опять же, как любая там водолазка другая или другой лонг под какие-либо слои, которые вы хотите носить. Хоть под косуху, хоть под джинсовку сейчас, хоть под пальто или куртку-пальто. Вот, пожалуйста, куртка рабочего, все что угодно. Они есть в очень большом количестве цветов у All We Need. Очень есть красивые коричневые, такой коричнево-кирпичный оттенок. И, собственно, брюки, которые я выбрала к этому луку. Сейчас я их здесь вам разверну нужной стороной. Они выполнены из тонкой костюмной шерсти, но при этом они точно будут теплые. Это, возможно, далеко не у каждой тонкой шерсти. Часто иногда у вещей, которые заявлены как тонкая шерсть, на самом деле не шерсть в составе, и вам будет не холодно. Тепло будет только если это действительно шерсть. А такие ткани, я вам скажу честно, как человек, который работал с тканями, у меня очень большой разнообразный жизненный опыт, они не стоят дешево, имейте это в виду. И здесь у нас красивый темный шоколадный цвет. И мне захотелось вот эту вот всю палитру, серый, бежевый, такой прям телесный, и вот это вот пальто объединить в одном луке. Сейчас вы увидите, что из этого вышло. И по обуви, я думаю, что я, наверное, примерю как раз-таки с обувью из прошлого образа. Так, я в полном восторге от пальто. Почему я говорю с такими паузами? Я не знаю. Пальто очень красивое, сидит аккуратненько. Здесь достаточно плотная, такая толстенькая, хочется сказать, ткань. Аккуратные, небольшие, совсем небольшие пуговицы. Такие прям жакетные по размеру, не пальтовые. Ну и в целом оно действительно как жакет. Очень, очень аккуратная, даже как будто немножко приталенная. Красивейший леопард. Размер, как я вам сказала ранее, у меня М. Чувствуется, что он М по плечам, но рукава, смотрите, не сильно длинные. Даже короче, чем у жакета, например, который у нас был в лайме. Интересно. Кармашки. Ну, в общем, с пальто, я думаю, все вы видите сами, все прекрасно. Теперь по поводу лонгсливов. Я выбрала здесь сочетание именно сейчас надеть на бежевый вот этот, он прям телесный практически, серый, чтобы, ну, во-первых, убрать прозрачность, которая присутствует, но при этом сохранить легкость материала. Не знаю, как это объяснить. То есть убрать прозрачность нижнего белья, но сохранить фактуру, полупрозрачность самого лонгслива, потому что все равно видно, что он очень-очень тонкий. Но и обратное сочетание на серый надеть бежевый тоже я потом обязательно попробую. Мне кажется, будет интересно. Брюки классные, замечательные брюки. Посадка у них четко на талию. Они достаточно широкие и свободные. Имейте это в виду. Такие вот и очень длинные тоже. Ну как очень. На мой рост 1,70 м у них есть прям хороший запас под высокий каблук. Можно добавить еще сюда ремень, какую-то сумку. Получается вот такой вот лук. Мне очень нравится сочетание цветов. Обувь с каблуком я бы сюда еще попробовала, потому что сейчас на мне вот эти вот Челси.
которые я вам показывала ранее. Сейчас я к вам припрыгаю, девочки. Вот эти. Вот они. Они тоже здесь смотрятся очень интересно, очень актуально на самом деле. Но, наверное, привычнее нам с вами такой силуэт дополнять обувью на каблуке, может быть, с острым мысом. Тут просто кто что больше любит. Я решила еще отдельно подснять вам без пальто лонгсливы, чтобы было более понятно, как они садятся. И то это две вещи на мне. Сидят они достаточно по фигуре, но лаймовская водолазка сидела более плотно, я бы так сказала, потому что здесь все-таки есть какой-то зазор, особенно если надевать один лонг, а не один на другой, как сейчас сделала я. И мне кажется, вам видно, что все-таки серый полупрозрачный, но иначе считается рельеф тела, чем когда вещь у нас такая матовая и непрозрачная. Мне очень нравится, эффект очень классный. Еще один лук, девочки. Вы бы видели, какая здесь уже просто башня из обувных коробок у меня стоит, потому что еще покажу вам обувь. В этом луке у нас будут джинсы, которые мы уже видели, и вы уже знаете, как они на меня сели, а я нет. Интересненькая ситуация. И я заказала, вот это сейчас будет хит. Я не знаю, слышали ли вы когда-то о... Я не знаю, подождите, я распечатаю сначала. Собственно, я заказала в All We Need из их новой коллекции вот такой вот роскошный по цвету. Обожаю этот цвет пыльной тыквы или пыльной хурмы. Кому что нравится, кто что больше любит. Просто обожаю. Он так красиво подходит неконтрастным, холодным колоритом внешности. Но и рыженьким девочкам, конечно, тоже подойдет. Собственно... Это вот такой вот прекрасный джемпер, не слишком длинный, достаточно свободный. Я, по-моему, размер M взяла, чтобы он прям свободненько сидел. Да, ML, я люблю такое. Но в чем вся суть, соль? Вы никогда не угадаете, из чего он сделан. Это, девочки, шерсть енота. Как тебе такое, Илон Маск? Вы когда-нибудь видели вещи из шерсти енота? Другой вопрос. Вы вообще знали, что у енота есть шерсть, из которой можно сделать свитер? Я нет. А оказывается, можно. Енот. Давайте посмотрим процент. Я, честно говоря, не помню. 50% шерсть енота. Обычно, знаете, 50% хлопок, 50% шерсть, которая овечья по умолчанию идет. Енот. Очень красиво, просто безумно красиво сочетается с оттенком джинсы. Посмотрите, ну сейчас вы увидите еще в полный рост, но это прям очень-очень красиво. Я пока буду приходить в себя от енота. Я, конечно, знала, что я заказываю, но увидеть вживую. И причем, вы знаете, он такой мягкий, он совсем не колется. У него есть такой серый подтон, прям серый пушок. Надеюсь, сейчас видно, достаточно пушистая шерсть и прям плотненькая. Он супер теплый будет, супер. Это на холода, это прям на зиму топ. И дополню я этот лук, конечно же, пальто. Я, знаете, причем, когда уже садилась сейчас снимать этот ролик, я подумала, Алена, но ведь у All We Need такое количество тренчей классных, почему ты не заказала ни один? Еще сейчас, вот в Москве, я вам честно скажу, сегодня у нас 25, по-моему, градусов. Я тут в свитере сижу, но на улицу я, скорее всего, надену какую-то майку или футболку, сейчас пойду за сыном в школу. В общем, что еще тренчи можно было бы поносить, но у меня, как знаете, все в тумане. Я когда увидела эти пальто, я и так-то себя сдержала, чтобы не заказать еще как минимум два. Мне безумно понравилось. Картинки поставлю. Вот это желтое, очень хотела его заказать. И вот это черное. Посмотрите на его форму. Арт. Но к этому луку я заказала вот такое camel. Ну, такой темный camel, карамельный назовем его. Это у нас своего рода классика. И как пальтовая классика, и как классика для ассортимента All We Need. Оно длиной должно быть ниже колена на меня, сейчас мы посмотрим. Однобортная, с карманами, такой жакетный, пиджачный воротник с не очень широкими лацканами, что подойдет любой абсолютно фигуре. И с пышной грудью, и не с пышной грудью, и с широкими плечами, и с узкими плечами. Реально максимально универсальное пальто. У него весьма комфортная цена для рынка сейчас, если мы говорим о ценах на пальто. И состав тоже замечательный. У нас здесь 50% шерсти, соответственно, у верхнего материала. А плюс 50% вискозы, то есть оно полностью натуральное, и у подкладки 50 вискозы, 50 полиэстера, вот у этой подкладочной ткани. Очень красивый цвет, это все-таки не кэмл, это все-таки вот корица, такое ореховое что-то, ореховый цвет. Очень красиво, как же красиво это сейчас все будет вместе. О май гад, просто посмотрите. И, девочки, велик был соблазн, конечно же, показать вам
этот весь лучок с ботильонами, которые у меня были в первом образе. Они просто великолепны. Но я заказала еще вот такие вот казаки. И что интересно, вот сейчас, наверное, должна камера передать, даже немножко, может быть, подсветить, они не черные. Это очень-очень темно-коричневый цвет. Это гениально, я считаю. Потому что иногда, когда цвет слишком светлый, ну вот молочный шоколад, например, он, особенно в слякотный сезон, во-первых, становится более марким, конечно же. Во-вторых, его не так легко миксовать со всеми вещами вашего гардероба. Вот этот почти черный, но смотреться будет мягче, чем черный, в сочетании с вещами вот такой палитры. Если вы не носите ЧБ в основном, а у вас более мягкая какая-то, более природная палитра, подобные оттенки у вас преобладают, то обязательно закажите себе вот эти казаки. Они просто идеальны. Они реально безупречны. Посмотрите. Форма мыса. Скошенный небольшой каблук. Вот здесь вот эта резиночка такая. Они очень крутые. Просто великолепные казаки. Смотрим. Лук на мне. И надеюсь, что все сядет хорошо. Ну что? Свитер из шерсти енота. Девочки. Сразу скажу, он мягкий. На удивление, учитывая, что он толще, и шерсть здесь сама, ну, как бы, более явная, что ли, он мягче к телу и не такой колючий, как, например, серая водолазка из лайма, темно-серая, которую я мерила в самом начале. Этот прям очень мягенький, знаете, ощущается, в общем-то, как кашемир или кашемир с ангорой, вот где-то посередине. Очень приятный цвет, возможно, он будет немножко заминаться в процессе носки, если вы там, не знаю, допустим, пальто на пояс завяжете. Я сейчас вам покажу его с пальто, как вы понимаете, но без пояса. Можно его, у меня здесь бирка от джинсов, и вот так вот тоже организовать, как-то подоткнуть в джинсы, чтобы обозначить линию талии. Но джинсы, я вам уже говорила, что они немножко мне большеватые в области паха, и я это чувствую. Причем, понимаете, это не так, что я их подняла, например, высоко, а они должны быть за нижней посадкой. Нет, у них посадка на талию, и ниже они не опускаются. Вот, и очень крутые и очень удобные казаки. Просто обалденные. По размеру тоже хорошо. Если что, вот имейте в виду, что в целом у All We Need обувь соответствует размеру. Теперь пальто. Вот так вот этот лук смотрится с пальто. Не хватает сумки. Я бы взяла сюда шоколадную Сен-Лоран. У меня есть. Она бы очень красиво дополнила всю эту уютную осеннюю палитру. Ну, вы просто посмотрите на сочетание цветов. Уже говорила в образе с платьем, что, да и вообще во всех остальных образах, что я человек, который пищит от красивых сочетаний цветов и, главное, оттенков, и это просто услада для глаз. Но мне очень красиво. Не знаю, как вам, касательно пальто, у него великолепная длина, посмотрите, оно закрывает колено уверенно. Юбка миди, не мидакси, которая миди-макси у нас получается, а просто юбка миди чуть-чуть там на 5 сантиметров ниже колена у вас будет прятаться под него, сзади шлица. Такие достаточно уверенные плечи, ну, в общем-то, великолепное, лаконичное, такое классическое пальто. Но со свитером просто отдельная любовь. И последний образ на сегодня. Сама не верю, что говорю это, потому что по ощущениям я уже час, наверное, здесь сижу. Может быть, так оно и есть. Но, в общем, надеюсь, что вы там не устали. Последний образ. Очень красивый. Как и всегда, наконец. Ну, не как всегда. Я часто так делаю. Я оставляю что-то такое более женственно-вечернее, выходное куда-то. Тут не совсем вечерний образ. Он максимально комфортный. Если мы говорим именно о вещи первым слоем. Потому что это вот такое вот трикотажное платье. Ну, условно, лапша. Многие называют такие платья из достаточно тонкого, к слову, трикотажа. Я думала, он будет даже, знаете, как-то поплотнее, потолще. Это вискоза. Здесь прям, смотрите, такая бирочка идет. Надеюсь, что сфокусируется сейчас моя прекрасная камера. Здесь действительно у нас 54%... Нет, 54% акрил, кстати. 40% вискоза и немножко эластана. На сдачу. Вот, очень красивый цвет. Я такое люблю. Это цвет кофе с молоком, либо тауповый оттенок, кто как может его захотеть назвать. И длина у нас здесь, ну, вообще, максим. Посмотрим, как она сядет на мой рост. Воротник вот такой вот слегка
полустоечка, то ли есть воротник, то ли нет. Но в целом, как бы, просто платье такое basic, фоновое, я вам напомню. Может быть, я даже примерю, если успею, что оно шикарно будет смотреться с леопардовым пальто-жакетом. Там будет такой красивый акцент как раз-таки. Поэтому имейте в виду, что это платье не одноразовое, условно. В целом, его можно даже сочетнуть и с платьем, с пальто из предыдущего образа. Там будет игра вот этих орехово-коричневых оттенков. Интересно, но я вам сейчас достану из пакета, покажу его с роскошью. Поэтому оставила наконец. Хотя тут столько было интересных лотов у нас сегодня, но я заказала белое пальто. Это, конечно, просто роскошь. Оно, знаете, не белое. Я вам так скажу, это честно говоря. Оно, наверное, этот цвет, можно этот оттенок назвать eggshell. У него точно есть желтинка. Не знаю, насколько к моему по тону этот цвет хорош, хотя вроде бы неплохо. Я сейчас смотрю еще в зеркало на себя, помимо там видоискателя и так далее. Но в целом должно быть хорошо. Но в любом случае мы это смотрим не как мои личные там покупки, все, я себе это оставлю и буду носить, а как вдохновение для вас, вы же это понимаете. И вы у меня все разные, и кому-то, я уверена, этот цвет и вообще это пальто будет так красиво. И оно у нас, я вам не могу даже толком показать, потому что оно тоже в длине макси. И интересно мне сейчас, как длины этих двух вещей скоррелируют, там, насколько что будет выглядывать или не будет. И сейчас еще покажу обувь, но сначала еще хочу сказать про пальто. Здесь гладкая ткань. Если у нас, например, леопард ворсистый, прям ворсистый был, а предыдущее пальто тоже достаточно гладкое, возможно, они одинаковые по материалу. Нет, здесь стопроцентная шерсть, они разные по материалу. Это прям уже люксик у нас такой пошел. То, соответственно, здесь ткань достаточно гладкая, очень плотная. Я думаю, его можно носить даже в небольшой минус. Но, естественно, надевая вниз свитер с шерстиного, да, сами понимаете, тогда вам точно будет тепло. Красивый, опять же, такой жакетный. Пытаюсь, чтобы вам меня было слышно. Воротник. Лацканы уже достаточно широкие, и в целом оно с мужского плеча. Учтите, девочки, что это размер XSS, но я заранее вижу, что оно не тесное, не маленькое. По крайней мере, прям оно такое мужское пальто, только в молочном eggshell цвете. Сейчас примерим, но сначала еще давайте покажу обувь. У него, кстати, сзади высокая такая шлица, очень красиво. Ну и карманы, соответственно, есть, и пуговицы черепаховые здесь. Но так издалека они кажутся темными. И это объясняет выбор обуви. Потому что в этот раз к этому луку, на самом деле, я сейчас сижу и понимаю, что сюда отлично подойдут вот эти ботильоны, казаки из предыдущего образа, потому что они темно-шоколадные, и с пуговицами, и с платьем, вот они будут просто сочетаться. А я сюда выбрала, я, наверное, вам покажу, а там посмотрим. Вот такие ботильоны, но я не смогла их, опять же, не заказать и вам не показать. Они по форме мыса, как туфельки из первого образа. И опять же, каблучок такой же, но в этот раз ботильончики. Достаточно широкие. Кстати, хороший вариант, если вы любите носить узкие, прям узкие какие-то, может быть, джинсы или... В общем, надо поиграть, попробовать леггинсы сюда можно, интересно стилизовать, но чтобы паховая зона была не открыта, попробовать, допустим, рубашку клетчатую повязать. В общем, вариантов массы, с чем можно носить такие ботильоны, естественно. Это у нас тоже кожа прекрасная. По стилю своему напоминают очень дорогой бренд Kate. Американский бренд, который, ну, наверное, если не в 10 раз будет стоить дороже, то в 5-6, наверное, да. Вот, поэтому зачем платить больше, знаете, если есть такая же красота, очень похожая. Это не подделка под люкс, естественно, в All We Need. Мне очень нравится. Я знаю, наверное, со стороны сейчас вам кажется, что я пою оды бренду, и то мне нравится, и все мне нравится. Но что поделать, если так? Что поделать, если когда я захожу в магазин All We Need, мне хочется перемерить все, мне хочется скупить почти все из того, что на меня хотя бы село. Или вот сейчас, заказав вещи, я повторюсь, я пока не знаю, как они на меня сели, может быть, что-то не село. Например, это нормально, потому что, ну, вы же тоже меряете вещи, вы знаете, что не все садится. Но мне искренне очень нравится. И я очень кропотливо выбирала каждую вещь, которую закажу себе и покажу вам. Поэтому, ну, естественно, это не то чтобы кот в мешке. Я достаю, не знаю, что мне пришло, и при этом всем восхищаюсь. Я, конечно, знала, что я закажу. И тут просто эффект именно ожидания реальности. Например, я не знала, насколько широкое будет голенище вот у этих ботильонов относительно объема моей икры, лодыжки. И до конца
Я вам честно скажу, было не совсем понятно, какой вот здесь будет оттенок. В общем, это всегда интересно посмотреть. Именно поэтому, здравствуй, сапог, я решила в таком формате сделать это видео. Надеюсь, что вам интересно. Сейчас мы примерим образ, и я к вам вернусь. Ну что, финал? В общем, дорогие мои, пальто — это просто восторг. Посмотрите, какое оно красивое. Оно просто роскошное, действительно, конечно, пальто. Конечно, это либо не на каждый день, либо на каждый день под определенный образ и ритм жизни. Смотрится оно просто фантастически. И очень красиво будет сочетаться с разными образами, с разными стилями, с разными вещами, с чем-то более женственным, как на мне сейчас, к слову, вот это платье. Абсолютно basic платье, абсолютно фоновое платье, абсолютно такое спокойное, просто трикотажное платье макси. Из тонкого, прям тонкого, девочки, трикотажа. Но я думаю, что на осень комфортно будет, на зиму, может быть, вы захотите что-то потеплее. Но в любом случае, оно такое прям очень женственное, во-первых, потому что все фигуру видно, да, это нужно учитывать. А во-вторых, очень приятный, комфортный цвет. В общем, и с такими платьями это пальто сочетается. И здесь могли бы у нас оказаться с вами брюки, какой-то строгий брючный костюм, например. И даже вниз, я думаю, легко под это пальто поместится жакет. И, конечно, с этим пальто роскошно будут сочетаться джинсы, которые я вам показывала, или любые другие, и какие-то юбки. В общем, пальто... Нет слов. Оно невероятно красивое, оно просто роскошное. Как я, вы уже знаете, у меня здесь зеркало, я не могу просто перестать в него смотреть, чтобы любоваться этим пальто. Карманы, бортная застежка, пуговицы на самом деле идеально сочетаются с платьем по оттенку, поскольку, как я вам говорила, они черепаховые. Вот что режет мой глаз немножко в этом луке, хотя я 100% представляю именно в этой стилизации и комплектации этот образ где-нибудь на Северной Европе, неделе моды типа Скандинавия и так далее, но мне режет немножко глаз обувь именно в этом луке. Ботильоны сами по себе максимально комфортные, их просто ничего чувствуешь, и каблук небольшой, и колодка удобная, и кожа мягкая, они как перчатки. Но все-таки я бы добавила сюда казаки из предыдущего образа. Вот эти вот шоколадные казачки. Они чисто по палитре стали бы лучше, хотя по форме эти ботильоны здесь смотрятся очень женственно. Они идеально по длине с платьем попадают, то есть вот четко, где заканчивается платье, наверное, на сантиметр под платье заходят ботильоны, и поэтому нет разницы длин, не режется нога, не сокращается, не укорачивается рост, под пальто они тоже, в общем-то, полностью практически прячутся, в общем, смотрится максимально женственно. Классно, ботильоны это будут, эти будут у вас сочетаться, опять же, с джинсами, с брюками, с мини-юбками, будут они круто смотреться, но из-за цвета я бы сюда предпочла немножко другую палитру. А так они здорово смотрятся, я повторюсь, где-нибудь в Дании, в Копенгагене, такой образ именно с черными ботильонами я легко вижу на стрит-стайле недели моды. Вот. Господи, как теперь снять это пальто? Можно я в нем останусь? Пожалуйста. Может быть, никто не заметит? Ну что, мои дорогие, финальный лук мы примерили. Или как относительно вас? Вот сюда надо показать, что там? Бегунок куда двигать назад нужно. Я надеюсь, что вы весело и интересно провели со мной время. Я с вами точно. Моя комната просто в состоянии тотального хаоса и разрухи сейчас находится. Алиса ворочается в своей кроватке и снова просыпается. Спасибо, счастье мое, что сейчас мы как раз с вами закончили. Я буду благодарна вам за пальчик вверх этому видео, за комментарий. Расскажите, какой из образов вам понравился больше всего, или, может быть, просто какая-то вещь вас впечатлила, как меня, свитер из енота, например, и зацепила ваше внимание. И увидимся с вами уже совсем скоро в следующих видео. Чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал, берегите себя и пока!